Йо! Снова здорово, друзья! С вами Фрикстер и это Геншин Impact. Это все тот же баннер Ризли, но теперь на данный момент мой аккаунт. А, что? А, гарант тут недалеко. Честно скажу, гарант на персонажа тут буквально 10-20 круток. Но при этом сегодня будет в основном на прицел как раз таки вестись на сигну вероятнее всего, самого Ризли. Вот, и ну, конечно же, докручиваем его и буду пытаться выролить сигну. Вот сигны, на самом деле, очень много проблем, очень много всяких разных факторов, из-за которых, ну, может она вообще и не выпасть сегодня. Вот, как-то так. А прежде чем мы начнем крутить, обязательно пишите комментики, крутите ли вы ризли или если нет, то по каким причинам? Может, кого крутили, типа, невилеты или ждете кого? В общем, очень интересно будет с вами пообщаться. Обязательно пишите о, скажем так, своих крутках Насколько рано вам выпало, или возможно, поздно, вместе с вами, как бы, пообщаемся на эту тему, вот и сейчас мы, конечно же, выбираем путь на вот этот казначейский э, надзор. Называется, вот, и поехали крутить самого Ризли. Э, как я и сказал, у меня здесь стопроцентный гарант, и по-моему, 70-я крутка или 65-я что-то. Что-то плюс-минус Вот давайте вот десятку крутим И сейчас пятерка мне падает э, Нет, это четверка Значит, вероятнее всего на 70, на 80 плюс крутки должен упасть Мы не Ризли сегодня Ладно, давайте обычные книжечки вот эти скипаем Что насчет четверок? Насчет четверок здесь э, не так все страшно ну, в принципе, мне и Тома нужен, да? И до, и за Дори я играю. Но я не помню, сколько у меня конст на них. Типа, если это максимальные консты, то это, наоборот, даже лучше. Это плюс кэшбэк и, в принципе, все good. Да, это у меня максимальный, максимальная конста. Это плюс еще одна круточка. Почему бы нет? Окей, едем дальше. Вот сейчас примерно должен падать. Давай. Да, отлично. Yes, Ризли. Сюда. Сюда. Смотрим. Ну, конечно же, как... И в прошлом видосике, где а, крутил я Ризли, того же, все хотят, чтобы в одной десятке упало две пятерки. Правильно? Поэтому смотрим дальше. Смотрим дальше. Смо... Не, не хочет падать. Не хочет падать, но, кстати, еще плюс колокол меч но, опять же, меч колокол сейчас вообще никому не подходит, кроме как Дори. Вот единственная Дори подходит и все. Так, ну все, Ризли мы выкрутили, Ризли мы выкрутили. Теперь идем как раз-таки за э, пушкой. 60 круток это плюс-минус гарант. Будет очень грустно, если выпадет элегия, элегия. Но тут уже ничего не попишешь, как бы либо это, либо это. Придется даже три гаранта вероятнее всего прокрутить, чтобы э, упала его сигна. Uh, пятерка сразу. Но здесь тоже что-то порядком 40 откручено. Это элегия. Это элегия. Вот, как бы это справедливость я называю. Вот рысь я крутил, упала элегия. И себе, кручу, тоже упала элегия. Это справедливо. Ну, то, что имеется в виду, мне было бы неловко, если бы мне упала сразу сигна, мне супер было бы неловко, поэтому меня устраивает такой вариант, и теперь как раз-таки еще нужно кучу круток потратить на то, чтобы выбить ему сигнатурку. Вот, конечно, докручиваем все. Здесь, кстати, довольно неплохо так попадало, и максимальная конста для Дионы, плюс еще... Ну, вот, и, вот этих вот кристал... кристальных оружий у меня <laughs> супер дохрена на самом-то деле. Так, ну, крутим дальше, крутим дальше. Примерно 50 круток, э... 55 круток, и должна упасть еще одна пятерка. Новый лук, новый лук, хорошо. Сейчас я как раз-таки посмотрю, что это за лук. Две... Два звездочного оружия. На удивление, на удивление много четверок падает. Даже как-то страшно, страшно. Что же будет по пятеркам? Ну, знаете, обычно если на четверке везет, значит на пятерке не везет. Ну, это классика такая. Так, ладно, смотрим. О, новое копье. Мы обязательно мы сейчас их посмотрим, что они из себя представляют. Эти новые две оружки, в принципе. Но сейчас давайте крутанем еще. Еще чуть-чуть покрутим. Конечно же, все в эту игру играют ради как раз-таки круточек. Собирают э себе как раз-таки кристальчики для того, чтобы выролить заветных персонажей. Да. Как я и сказал, смотрите: четверки падают. В принципе, ранней Легии вообще не предвидится. В общем, классические, э -э скажем так, классические роллы неудачника. <с edits> вот, поэтому. Я смотрю на это, и для меня ничего необычного. Возможно, кто-то скажет, блин, долго падает и так далее. Для меня, если честно, ничего необычного. Всегда так падало, ну, как бы и продолжает. Разве что в Ханкае, окей. В Ханкае у меня отличаются крутки от Геншина. В Геншине мне просто у меня аккаунт не особо везучий. Я бы не назвал его супервезучим. Ну, такой средней везучести, так сказать. А вот в Ханкае, можно сказать, даже и везет. Так, ну что, смотрим дальше, смотрим дальше. Уже сколько? Уже 50 круток, по-моему, да, сделал после... Подожди, не, 40, 40. Так, еще одно копье. Конста, конста на копье, отлично. Так, давайте уже ускоряться потихонечку, потому что, думаю, как-то затягивается сильно это все. Еще четверка, смотрим, смотрим. Так. Барбар и куё. Uh, да, которая у меня, наверное, уже не просто C6, а, наверное, C12 где-то. Но ладно, ладно. Окей, okay, пойдет, пойдет. Плюс uh, эти, плюс кэшбэк. Так, смотрим, что в магазине у нас есть. Конечно же, закупаем весь кэшбэк. Я вот с нетерпением ждал этого баннера, как раз-таки, чтобы забрать себе кэшбэк. Вот это тоже закуплю. Я сейчас просто как дополнение так крутану. Ну и, конечно же, на все закупаем... Вот этот вот кристалл. Плюс у меня еще есть нефрит. Да, или как не Нефрит, а вот эти вот звездочки. В общем, по... а я тот баннер хоть крутанул. Вроде тот. <связывая> Давай. Давай. Падай. Ну, я думаю, это как раз-таки 55-я крутка. Ну, в общем, средний гарант. Блин. <связывая> Ладно, ладно, заслужил, заслужил, заслужил элегию, заслужил, согласен, окей. Вот... Э заслужил, хорошо, хорошо, блин. Это, конечно, грустно, с одной стороны, но, опять же, как я и сказал, из-за того, что рысь не выкру... для рыси не выкрутил а сигну на Ризли, вот мне наказание, мне две элегии. Ну, опять же, как я и сказал, заслужил я это. Но, в любом случае, на протяжении всего баннера я по-любому буду докручивать. Ууу, колей, прикольно. Я по-любому буду докручивать оружку, потому что на Альхайтама я не выролил себе оружку. А здесь я надеюсь, как бы, ну, у меня хватит и силы, и терпения, и примагемов, и вообще всего, чтобы докрутить себе как раз таки сигнатурку. Вот, и следующая пятерка в этом баннере обязательно должна быть э, обязательно должна быть э, этим э, пятерка. Давайте мы вот эти пять штук крутанем, чтобы кэшбэка, возможно, за... лута Ух ты! Сразу фиолка упала. Красиво. Ну, вообще, надежда на еще одну фиолку, абсолютно любую, из классического баннера, чтобы мне кэшбэка насыпало. Но, так или иначе, сейчас я... О, как на заказ, шикарно. Так, здесь три, еще докупаем одну дополнительную и пробуем, пробуем, пробуем крутить. Так, тот баннер выбрал, вроде тот. Максимальное число вот этих вот поинтов набрал, ну, которые должны мне сейчас гарант выдать... На оружку. Так, четверка, скип. Точнее, тройка, тройка, тройка. Скип. Но я все-таки думаю, что сегодня я не выролею. Да, я уже подумал, это пятерка летит. Такое освещение было странное. Ну да ладно. Так, докупаем последнее. Эх, эх, эх. Вот так вот. В принципе, вот такие вот круточки получились. Но я был близок. Я был близок именно к вот этой пушке. Давайте мы посмотрим, как я и обещал. Немножечко нужно э, проверить свой ростер персонажей. Но это, конечно же, новый персонаж Ризли, которого я буду качать на стримах в ближайшее время. Вот, насчет Конст. Насчет Конст. Смотрим. На колей третью уровень навыка увеличили. Окей. Кстати. А, ну да, я с персонажами баннер очень, ну мало покрутил, поэтому у меня особо нет конст ни на этого, ну на на него у меня все есть. А что у меня по Дори, кстати? Ну Дори у меня вот две этих консты осталось. В принципе, окей. Так, и смотрим, конечно же, что у нас по оружкам, что у нас по оружкам. Так, подожди, нет, не сменить, я не туда нажал, не туда. А, так, новые, ну Легия, конечно. Привет, привет. Восстановление энергии. Ну, в любом случае, я думаю, на какую-нибудь Елань в принципе подойдет. Окей. Так, вот это что дает? Сила атаки увеличивается, когда все метки расходуются. Ну, короче, со временем накапливаются отметки. Ешка или Кушка просто все эти накопленные заряды как-то взрывает ну и сила атаки вот повышает и кстати бонус урона всеми элементами на 7 Ну это кстати неплохо это так-то хорошо и копье у нас было да какое-то вот оно а, то же самое абсолютно тот же эффект что и на луке тоже сила атаки но в общем подкачаю что-то посмотрю может кому-нибудь допоставлю почему бы нет вот такое у нас получилось открытие вот такое вот к сожалению, Сигну не выролил, но я надеюсь, что за вот эти 20 дней, когда будет баннер, я обязательно еще доролю. Мне там буквально 50 круток нужно, чтобы как раз-таки получить его Сигну, этого Ризли. Вот, две элегии, конечно, это контент. В общем, спасибо еще раз за просмотр. Обязательно пишите, что упало вам как ваши, ваша охота за персонажами, за их сигнами и тому подобное. Обязательно пишите, кого ждете, кого ролили. В общем, интересно, опять же, как я и сказал, будет пообщаться. Если вы хотите прям сильно похвастаться своими крутками, то у меня есть дискорд-канал, ссылочка в описании, заходите туда, там есть канал GenshinGC называется, можете туда скриншоты своих удачных роллов закидывать, вот, и как бы похвастаться, так сказать. Вот, а на этом все, спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующих видосиках по крутках или на стримах. На этом все. Всем спасибо. Пока-пока.